Виктор Игнатьев. Ольга, микрофон. Добрый вечер, дорогие друзья. Всем приветствую. Меня зовут Виктор Игнатьев. Я работаю директором в компании. И мы делаем проект по быстрой покупке биткоина. То есть примерно за 5-10 минут. Я поясню, что такое, какой запрос от клиента. Вечером домой он приходит, устал домой, решил встретиться с друзьями, и надо вырубить биткоины. Оп-оп-оп, вот, соответственно, что у нас есть в команде? Я руководитель IT, архитектор проекта, там, ну, всякие такие регалии. Мой партнер Дмитрий, который поднимет руку, да. За плечами у нас степень МГМГМО, с отличием психологии по бизнесу. Кого мы ищем? Мы ищем, я думаю, одного программиста. Мы любим язык Go, я люблю, потому что мне нравится, как желательно Go. Так, в принципе, любой, но который, ну, не печки, допустим, да, который там демон держит. Что мы хотим выкатить за эти три дня? MVP. Okay. Выкатить в MVP и потом, значит, познакомиться поближе с школой экономики, узнать, что у вас там. Хорошо, замечательно. Вторая часть вам гарантирована.